Доброе утро всем. Вот и наступил этот день, воскресенье, Пасха. Мы всех поздравляем православных людей с праздником. Христос воскрес. Вообще, давайте надеяться, что все будет хорошо. Пусть будет больше добра. Вань, подожди, мы сядем вместе за стол. Хочу вот удержать его, чтобы мы все вместе за стол сели. В общем, самое главное – это здоровье, добра, мира. Надеюсь, что этот год, конечно, это беспрецедентный год, когда даже процедура, не процедура, как правильно сказать, процесс схождения благодатного огня, такого не было, я думаю, ну, я не знаю, было когда-то или нет, но это что-то невообразимое. Конечно, в мире творится ужас. Но давайте хотя бы сегодня думайте о хорошем. Какой размер тебя? О том, что скоро закончится эта эпидемия и жизнь наладится. Ну, а у нас сегодня... Как обычно. Почему как обычно? Ну, мы всегда это правильно. Мы всегда так же. В хлеб мог так причтить. Ну, дайте ноте свет. Где спички, я не пойму. Да что ж такое? В кладовке, Володь, где нагреватель? Где музей? Не дадут. Хочу спички, это, сказать, добиться спичек, чтобы зажечь свечи. Зачем? Вань, выключай, пожалуйста, телевизор. Мы сейчас никакие телевизоры не будем смотреть. Почему? Потому что у нас будет семейный завтрак. Ваня не очень счастлив от этого. Так, ну что, раз сегодня семейный воскресный пасхальный завтрак, ням-ням, я начинаю все кушать. Для меня это, конечно, было очень долгожданное событие. Это было довольно сложно в условиях карантина выдержать пост. Но я справилась. Да, на столе пока еще нету моего рулета. Не знаю, даже сейчас его порезать. Наверное, сейчас сразу порежу и заодно вам покажу. Следующий, хочешь возьми? Да ладно уже. Все равно нам два нужно разбить. Нам все равно нужно два разбить. Возьми следующее. Давай еще одно. Дай другую сторону. Да нет, она уже структуру потеряла, она уже не такой сильная. Ну, бей. О, я тебя разбил. Все. Ну, а? Видишь, два в голове уже. Актималька. А у нас... Ничего не есть. На соль. Нелли. Нала. Лук. Коробка. Не я. Крышка. Вань. А вот это другое. Смотри. Корова. У меня язык коровный есть. То есть. Часть коровы. Ну, корову нельзя. Говядина, это да. Корова, это что за? Ешь корову, хочешь грызть. А язык коровный кто ест? Ну, язык это на я. А ты на к должен сказать. Капуста. Ага, капуста. Так, нечестно. А, апельсин. Никогда. Ну-ка.
Что? Нуга. Это тайные желания Вовины. Которые он себе не может позволить, но в тайне мечтает. Ну, а вот мой рулет. Если вы ожидали чего-то большего, то извините. Это я такую интригу оставила. Такой он большой. Не буду даже краешки я отрезать. Слопаем его, мне кажется, и так. Так. Вы не представляете, каких усилий мне стоило уговорить Вову съесть. Он металл, помнишь? Так что я просто герой. Так. А еще нова. Смотрите, вот такой он внутри. Помнишь, когда... Папа, помнишь, как я пробовал с этим металлом таким вещи? Конфет металл. Эй! Ну вот, значит, да-да. Магусь, тебе почетный первый кусок. Ого, спасибо, ничего себе. А ложечку дашь? А вилочку не хочешь? Ну, могу вилочку. Это с вилочкой, мне кажется, удобнее. Снимай пробу. Ничего. Лучше положить на нее бачок. Ну-ка, смотришь. Ничего, что это? Вкусно? Вкусно? Теперь мне. Так, буду говорить. Буду говорить честно. Я даже не могу описать, честно говоря, как это вкусно. Да? Не очень сладко. Угу. Беру свои слова обратно, что я не умею делать бисквит. Я делать умею бисквит. А что будем делать? Гостей угостим? Ой, гостей. Соседей угостим? Бахать придется. Или ты еще будешь? Очень вкусно, но я не могу. Я набрал много уже килограмм. Я никак не уходит с каратэ даже. Я представляю без каратэ, сколько это было бы. Попробуешь, Ваня? Ягоды мои. Старый кусок. Этот Ванин бисквит, да, тоже, кстати, получился, мне кажется. Вот так я упаковала для наших соседей. Это вот в одну квартиру, и это в другую квартиру. Ну и нам маленький кусочек остался, и Ване несколько кусочков его пирожка. Потому что мы, конечно, такое съесть не в состоянии, такое количество. Все, сейчас понесу, надо будет как-то подумать, как дистанцию держать. Спасибо. Я угадал. Обниматься? Давай обниматься, Вань, в Пасху. Обниматься, давай. Хоумскул у вас застрял. У нас обнимашки. Вы знаете, хочу вам сказать, очень удобно иметь Пасху на неделю позже католической. Потому что все пасхальные... Православную Пасху на неделю позже католической. Потому что все пасхальные штуки продаются с 50% скидкой. С 50% скидкой. А ты открывать не будешь, Вань? Там зайчик с колокольчиком с каким-то. Колокольчик у него, он звенит, слушай. Это что, внутри что ли? А, нет, ворон. То есть снизу можно? Нет. Хочу немного с вами поболтать, рассказать вам немножко о своих воспоминаниях из детства, связанных с Пасхой. Начну я, наверное, с самого начала. Я родилась, в принципе, в нерелигиозной семье. Моя мама не была крещенным человеком. Когда я родилась, бабушка тоже была некрещенной. Папа был крещенный, но он не ходил в церковь. Он никогда у нас не было дома икон. Мы никогда
не знаю, нет, никакие церковные праздники не отмечали, не уделяли этому вообще никакого внимания. Я помню, даже когда-то с классом мы ездили на экскурсию, видно, в какой-то храм, и весь класс зашел в храм, а я стояла на улице, то есть мне никто не запрещал заходить, я не помню такого, но почему-то я, вот еще одна девочка из параллельного класса, мы с ней остались на улице стоять, ждать, когда все выйдут. То есть, когда все крестились, я не крестилась. Я знала, что я не крещенная, что мне как-то вот не положено, так я думала. Хотя никто меня в семье не настраивал, абсолютно у нас... Мы просто даже не говорили об этом. В нашей семье вообще этому внимания не уделялось никогда. Мы жили и жили, на это не обращая никакого внимания. И крестили меня только лет в 16. Мы поехали в Задонск. Это такой город в Липецкой области, если кто-то не знает. Там есть святой источник, там есть два монастыря, мужской и женский, и много церквей. Вот. И, в принципе, мы достаточно регулярно туда ездили. И мама моя уже, вот я, будучи взрослой, мама моя ездила, и сейчас периодически там, да, она может поехать. Мы поехали туда, приехали, и не помню, кто-то предложил: «Женя, давай покрестим тебя». Я сказала: «Ну, давай». Мы зашли в церковь, и мне сказали, что, нам, вернее, сказали, что до тех пор, пока мама не крещенная, тебя мы крестить не можем. Почему-то вот так нам ответили. И, в общем-то, в один день мы с мамой крестились. Я и она, мне было около 16 лет, где-то так. Соответственно, маме моей где-то там около 40. Бабушка моя, мамина мама, она крестилась, ей было лет 70, наверное. То есть это произошло вот относительно недавно, лет 10 назад. А другая моя бабушка в деревне, насколько я знаю, она крещенная, потому что в деревне всегда, сколько я себя помню, всегда висели иконы, и лампады висели, они зажигали свечи, это я все помню. То есть по папиной линии такие вот традиции были, по маминой линии никогда. Сказать, что что-то изменилось в моей жизни, нет, абсолютно. Я крестилась неосознанно, так получилось. Я не начала от этого как-то верить в Бога или ходить в церковь чаще, там, или в принципе туда ходить. Нет, вот осознание того, что... Я верю, пришло гораздо позже. Я даже не могу сказать, когда, но я уже была прям взрослым человеком. Не знаю, с чем это связано, ни с каким конкретным событием это не связано. Просто так случилось. Как-то так само по себе произошло, что я стала верить. Я не могу сказать, что я часто хожу в церковь. Я бы даже сказала, что я практически не хожу в храм. Я считаю, что, в принципе, походы в храм, они никак не связаны с тем, насколько ты верующий человек, в кого ты веришь, как ты себя ведешь и так далее. Это две абсолютно, ну и, может быть, не абсолютно параллельные дороги, но не сильно пересекающиеся друг с другом, на мой взгляд. Поэтому я считаю, что можно быть верующим человеком и при этом не ходить в храм. По крайней мере, часто не ходить в храм. Так, это что касается того, что я вот из какой я семьи. Ну и в связи с тем, что такая вот у нас семья нерелигиозная была все мое детство, мы не отмечали никогда Пасху походом в храм, освящением куличей. Никогда такого не было, несмотря на то, что каждый год мы пекли куличи, мы их никогда не покупали. Чем мне запомнилась Пасха вообще, мои воспоминания из детства? Во-первых, для меня Пасха равно весна. Вот у меня такие ассоциации в голове. Пасха – это листики на деревьях или набухающие почки. Это уже тепло на улице, это такой весенний ветер, когда еще вроде бы довольно прохладно, но ветер уже теплый. Когда птички поют, природа просыпается. Для меня вот Пасха равно весна, начало весны. Это вот по ассоциациям из детства. Я помню, как-то один год было очень тепло, и на Пасху я была маленькая, мне было лет...
наверное, может быть, там 8-9, вот так вот, мы всей семьей пошли в лес. Тогда еще машин ни у кого не было. Мы на каком-то транспорте добрались до леса, жарили там шашлыки, мы брали с собой собаку, все там бегали, веселились. В общем, классно там нам, ну как веселились, бабушки, дедушки, мамы, папы в таком составе и я. Это вот тот день, который я до сих пор помню. Это, наверное, одно из самых ярких моих воспоминаний, связанных с Пасхой из детства. Причем я помню такие подробности, вот хоть была маленькой, но я помню, что в лесу тогда взрослые пили вино Изабеллы. Я помню, как оно пахло. Оно пахло нереально вкусным виноградным соком. Вот представляете, сколько лет прошло там, да, чуть меньше там, сколько, 20 с лишним лет прошло, а я до сих пор помню вот этот запах вина и помню, что это была именно Изабелла. Я еще помню, что собака в лесу наша, у нас тогда был спаниель, она так много-много-много бегала, что когда мы приехали домой, она просто вырубилась и уснула в кресле. Вот, такие вот у меня. Это был какой-то сосновый, по-моему, лес. Было очень много иголок, таких сухих еще на земле. И пахло вот прям весной. Вот для меня Пасха — это весна. А дальше я помню, раньше было принято, сейчас многие так делают, раньше было принято на Пасху ходить на кладбище. И я выросла в небольшом доме. Это четырехэтажная сталинская постройка, 5 подъездов. В каждом подъезде там в среднем по 10 квартир. То есть все друг друга знают, все друг с другом знакомы, живут, как правило, там десятилетия в этом доме. Вместе выросли, росли, потом старели. В общем, короче, все друг друга знают. И вот я помню, такие у меня воспоминания. Мы выходили из дома, чтобы идти на кладбище. Кладбище относительно недалеко, там несколько остановок от нашего дома. И по дороге встречали очень много соседей. Они уже, видно, возвращались с кладбища или шли, может быть, вместе с нами шли, мы встречали их, да, я уже не помню. Но помню, что у меня было такое ощущение, что я встречаю своих соседей где-то вне двора. То есть вот первое мое такое ощущение, что, знаете, как бывает, когда учительницу встретишь не в школе, а на улице. Ваня прервал поток моих воспоминаний. Я остановилась на том, что все равно, что как учительницу, когда одно дело, когда ты видишь в школе ее в такой деловой одежде, там, да, а другое дело, когда ты встречаешь ее там, образно говоря, в спортивном костюме, ты даже сначала узнать не можешь, откуда этот человек, откуда ты его знаешь. Вот так же и в мои ощущения. То есть это вот для меня было чем-то таким необычным, вот встречать своих соседей, идущих где-то вне нашего двора, вне нашего дома. Дальше на самом кладбище, это такое большое кладбище воронежское, там реально можно заблудиться, наверное, не знаю, как сейчас, а раньше это были вообще какие-то чащобы просто, чаще деревьями поросшее вот это вот пространство огромное, старое кладбище. И вот мы шли, обязательно заходили по дороге на братскую могилу. Потом уже, когда я была постарше, мы заходили на могилы подводников из Курска. И дальше мы вот шли. Наша могила моей... Там похоронена моя прапрабабушка. И вот пока она достаточно далеко от входа похоронена, и вот пока через все кладбище пройдешь, дойдешь до ее могилы, проходишь могилы этих знакомых, узнаешь, что у кого-то еще, оказывается, там еще кто-то умер, еще кто-то умер. И это было вот целое такое, знаете, какое-то такое вот как... Даже не знаю, как это описать, не могу описать словами. Но, в общем, не вызывало это каких-то вот таких мыслей и состояние такого грусти. Не было такого. Вот все равно как-то было такое ощущение весны. Вот мы шли как будто общаться. Как бы странно это ни звучало, но вот было какое-то общение. А когда я стала уже взрослой, когда я уже вышла замуж, мы жили в Москве, мы на Пасху ходили
даже не на Пасху, наверное, в субботу. Перед Пасхой мы ходили один раз в жизни, мы ходили светить куличи. И опять же, это была начинающаяся весна. Я помню, это был чуть ли не первый день, когда я обула кроссовки вместо теплых каких-то ботинок. Это очень много народу, это зеленые такие небольшие листики, почки на деревьях, светило солнце, везде такая какая-то суета приятная. Все идут с этими плетеными корзинками, с куличами, со свечами, с яйцами. И какое-то такое состояние, вот именно пробуждение было. На службу мы не ходили никогда, никогда не брали, если я не ошибаюсь, никогда мы не брали благодатный огонь. Но все равно Пасху я очень люблю именно тем, что у меня ассоциации вот с каким-то таким пробуждением. У нас уже время движется к ужину. Время 5 часов вечера. И я заставляю Вову сделать нам мясо на гриле. Ну, он вроде бы практически согласился. От меня что требуется? Подготовить мясо. Значит, у нас с вами будут стейки, у нас с вами будут куриные ножки, ну и, наверное, овощи. Я люблю просто овощи на гриле тоже. Так, у меня здесь куриные ножки. Так, у меня здесь куриные ножки и грибы. Солим. Немножко перца. Перец, смотри, без разницы, белый, черный, какой есть. У нас что-то никакого нет, какие-то белые. Так. И майонез сюда. Немного. Так. Можно еще немножко сушеного чесночка. Да. Фигануть. Все, теперь это все перемешиваем. И оставляем чуть-чуть помариноваться. Готово. Почему ты об этом не думал? Смотрите, какое у нас есть приспособление. Так, Кэрри, иди отсюда. Так, подальше от стекла. Нет, надо подальше от стекла. Вот так подальше. Но стекло на колице треснет. Почему сюда нельзя ближе подвинуть? Такой вот стакан, в который загружается уголь и специальные вот такие вот штучки, брикеты для розжига. И уголь сам в этом стакане доходит, ничего не требуется, только загрузить и все. Так, и что теперь? Просто туда птичку надо бросить горящую. А, вон оно что. Вань, да тут и быстро. Холодно, Ваня, очень холодно. Иди кофту одень. Я очень замерзла в одной футболке. Холодрыга. Так, заработала. Все, ставит стакан. И вот все, что требовалось от Вовы сделать. При этом он очень недоволен. Да, Володь? Нет, почему? Ой, фу, вонь какая, быстрее, уходим, закрываем дверь. Фу, Кэрри, выйди, 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 выйди. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот так выглядит голодный человек. Ожидающий, когда же разгорится огонь. Кто может узлы развязывать, Вань? Как поезд почти. Ладно, только в нас не направляй пробку эту. Мы решили, что зря время терять. Да. Надо начинать. Так. И
я тоже пойду на улицу. Винишко попивать. Как она открывается? Чего? Этим, наверное. Штопором. Такую же открывали, помнишь? Штопором? А я не помню, чем мы открывали. Ну а так иначе как-то откроешь. А ты сам ничего пить не будешь? Как же буду. Что будешь? Посмотреть, что у нас есть. Давай. Давайте. Так, вот так они высыпаются потом из этой штуки. Вань, подаешь туда диск, чтобы у тебя искры не висели. Вау. Жаришка. Так, ну что? У вас уже начали течь слюни. У нас уже, да. Сейчас будем смотреть, что у нас тут. Ванёк книжку сидит, читает. Ванька Маширочка. А мы... Вон папа наш идет. И готовится очень быстро. Вот эти вот уже готовы. Эти сейчас посмотрю. Да, тоже уже можно переворачивать. Я, честно говоря, вообще не специалист по стейкам ни разу. Но будем делать, как получится. Стейки мы крупной соли посыпем. И не хватает нам здесь столика. Вот тот столик далеко ставить неудобно. Мне кажется, что уже все. Надо снимать уже с огня. Да. Так, смотрите, какая у нас шикарная корзинка на самом дне. Какая у нас шикарная огромная миска. У нас оставалось много углей. Мне кажется, ты мог не дожарить сосиски или дожарил. Дожарил. Помидорчик убираем ему. Не любит. Ну я сейчас им. А, ты им порежешь? Давай. Вот, а это у нас картошечка. Сейчас, кстати, я ее хочу разыграть. Ничего себе, Вань. Тебе как, Вань, натори кусочки, смотри. Ой, Володь, только не скрипи, пожалуйста. Очень не люблю, когда ножом по тарелке скрипят. Прям, вау. Так, картошка испеклась. Получилось, да? Да. Давайте каждый себе будет разворачивать, ладно? Давайте. Так вот, у нас оставалось много углей. Ух, Вань, классно. Ой, извини, Володь. Оставалось много углей, и мы еще решили колбаску дожарить, раз такое дело, чуть с углем пропадать. Так, и соус у нас типа сальсы, но у нас нету кинзы. Здесь петли очень мягкие у тебя получились. Я знаю. Как ты так смогла? Это талант. В чем секрет? Это талант называется. В чем секрет твоих стейков? Человек внизу и два человека... Да подожди, ты ему так пашешь, он может не съест. Да. Ешь. Съест, съест. Иди кетчуп. Так, я тоже хочу. Сейчас дам. Ваня, есть стейки такие с кетчупом, это преступление. Какой внутри? Розовенький. Ну-ка, что скажет Иван Владимирович? Володь! Класс. Ты давно. Так, а ты картошку с шкурой ешь, я забыл. Нет, вот это уголь, конечно, снять. Ты ее разрежь пополам и вилочкой выковыривай, а тут мне... Ну, не так пополам же, удобнее было бы вдоль, а не поперек. Кому как, мне так удобно. Молод, попробуй мясо. Я думаю, что ты такого что, мяса никогда не ел. Ничего себе. Вообще просто говядина. Это вот эти куски, которые с жировой прослоечкой. Вот сюда надо их брать. Запомнил, как они называются? Нет, ну ты по виду там всегда поймешь. Каждое свое название. Я знаю, ты всегда поймешь жирочком. Вот не толстые, как вот эти самые дорогие, которые подешевле. Чтобы вы понимали, Ваня у нас мясо не любит. Да? Не очень. Колбаска. Ну, колбаска это не мясо.
А это любишь? Такое мясо любишь? А как это мясо называется? Грил. А как? Это понятно. А что за мясо само? Баранина. Любишь, да, баранину? Молодец. А курица? Курицу тоже будешь? Да, у нас тут ножки куриные, ну вы видели. И колбаски. Да, ладно, все, кушаем. Так, мы вышли прогуляться. У нас уже сколько? 9, наверное, да? Без нескольких минут. Думаю, да. Взяли с собой мяч. Сейчас на поле. Вань. Мы его не покачали. Да, мы его не накачали, и он ни хрена не прыгает. А чего мы такой мяч взяли? Не накачанный. Даро, чтобы он, смотри, он мягкий. Ай, он мягкий. Чтобы не больно было бить. Да. Ваня очень хочет поиграть в вышибал. И мы идем чуть-чуть поиграть в вышибал. Заодно растрясти жир, который сегодня нажрали. Который на попе. Да, который на попе. И на животе, который нажрали за сегодняшний день. Вряд ли, конечно, мы его растрясем. Но тем не менее. Наклоняться. Ах ты. Нет, так нечестно. Он не отпрыгивает. Сейчас докрутишься. А! Сейчас мы тебе дадим. Ах ты! Какой изворотливый! Пап, ты что? Так, теперь значит кто? Ванек ставит в середину. Не попал. Он попал в тебя? Нет. Обо что он стукнулся тогда? В землю. Как-то. Я думала, он тебя в грудь стукнулся. Ванек не сильно кидает. Готов? Шанс у него меня выбить. Я больше. Кидали. Сколько мы так будем кидать до утра? Не, Вань, ты не сверху кидай, а вот так вот. Фига себе. О, Вань, молодец. Блин, Вал, ты сейчас меня врежет, это же больно будет. Пусть ногам будет больно. Я его хочу просто. Я тронул ее. Ты специально так делаешь. Ого, почти мам тебя выбил. Папа тоже. Я не хочу опять в середине, чтобы застать его побегать. Смотрите, как смешно стать ждет. Она очень хочет, мне кажется, к Вове выйти. Стоит головой, уперлась и ждет. Кирюша, ты что, к папе хочешь? Или ты кушать хочешь? А, все понятно. Так мы сейчас папе крикнем. Володь! Кэр не слышит. Что делать? Кэр, ты кушать хочешь? Мы уже дома. Очень хорошо погуляли немножко. Растряслись. Вот, потом еще с Кэрри погуляли. И вот пришли домой. У меня сегодня, конечно, день такой насыщенный для меня был. Я его ждала долго. Люблю этот праздник и люблю покушать что-то вкусное. То, чего давно не ела. И знаете, еще что хочу сказать. Вот у кого-нибудь из вас бывает такое, когда чего-то очень ждешь, ждешь, ты находишься в предвкушении, и вот прям с таким замиранием сердца ждешь какого-то события, когда оно случается. Ты счастлив вот в то мгновение, когда оно случилось. И уже через буквально минуту наступает какое-то опустошение. То есть ты уже все как бы мечты, не мечты, но вот ожидания уже нет. Вот у меня сейчас такое ощущение. Я так ждала, так вот мне хотелось. Я, ну, люблю этот праздник. Люблю готовиться к нему, люблю что-то выпечь, там, что-то испечь, что-то приготовить. Ну, вот прям люблю. И тут раз, все. Готовиться больше пока не к чему. И у меня такое в жизни всегда бывает обычно. Ну, я думаю, что это, наверное, естественный закон.
человеческой натуры. Мои там мужики укладываются, вернее, Ваня укладывается, Вова, наверное, его укладывает. Время у нас уже 10:30. Завтра Вове на работу. У Вани начинается онлайн-учеба. Опять у него были 2 недели каникул. С завтрашнего дня опять начинается учеба. Ну, а я, как обычно, на хозяйстве. Спасибо вам большое, что этот день вы провели с нами. Всего вам самого доброго. Еще раз поздравляем вас с праздником. Всего самого доброго. До следующих видео. Пока-пока.